Привет, с вами Каска. В этом ролике я вам расскажу, как можно повысить FPS с помощью Nvidia Inspector. На сильный буст можете не рассчитывать, потому что это все-таки настройка драйвера вашей видеокарты. Допустим, в панели управления Nvidia там настроечки более урезанные, это как школьная программа, а в Nvidia Inspector более Подробные, как в универе. Сразу скажу, что результат может быть абсолютно разный, в зависимости от самой игры и ее оптимизации. Плюс, какая у вас видеокарта, система и так далее. Но в среднем я заметил, у меня где-то от 5 до 15 FPS выше. Для начала вам расскажу то, что здесь есть несколько версий Nvidia инспектора. Плюс-минус друг от друга они никак не отличаются, но я поставил последнюю версию, где можно загрузить Nvidia инспектор. Допустим, я качаю на GitHub. Насколько мне известно, возможно, это последняя версия. Просто нажимаете на Nvidia Profile Inspector.zip и у вас идет загрузка. Далее перекидывайте на рабочий стол. И еще одна версия есть, она более популярная. 1.9.7.8. Почему этот сайт? Я не знаю. Я просто вписал. Скачать Nvidia Inspector и он у меня выбивается первый. Вроде как вирусов нет, работает нормально. Допустим на старой версии доступен еще и разгон, то есть открываете Nvidia Inspector, далее нажимаем Show Overclocking, нажимаем да и здесь можете сделать так сказать мелкий разгончик. Ну честно я не знаю кто этим занимается, может быть удобно, но мне гораздо приятней, удобней, больше нравится это MSI Afterburner. Но тем не менее он есть, может быть и хорошо. Здесь у нас указаны параметры вашего видео карты, какая версия BIOSа, сколько шейдеров, тип памяти, что самое важное и объем видео памяти, частота памяти и частота по ядру. Для того чтобы открыть профиль Nvidia инспектора, нажимаем Start Profile Inspector и у нас открывается, так сказать, такой вот профиль. Но я буду открывать последнюю версию 2.3.0.13. Самое основное это профиль. Можете сделать глобальную настройку, то есть она будет работать абсолютно во всех играх. Это примерно как в панели управления Nvidia, называется вкладка глобальные настройки, то же самое. Если вам нужно настроить отдельную игру, в панели управления переходите на программные настройки, а в Nvidia инспекторе уже пишете профиль. Допустим, нас интересует, пусть будет Battlefield 2042. Здесь сразу проверяйте, что был правильно указан адрес. 99% случаев все правильно. Типа bf.exe, триал версии, то есть указаны все ярлыки, которые могут только быть. Типа на всякий случай. Если, допустим, у вас почему-то нет профиля, можете создать отдельный. Допустим, наводимся на, я не знаю, что солнышко нарисовано. Create new profile. Пишем имя профиля допустим это макс и нажимаем ок OK. у нас создается профиль макс далее нажимаем на а плюс то есть добавляем аппликацию и переходим допустим в папку с игрой нас интересует battlefield и вот приложение bf2042 нажимаем открыть сейчас будет ошибка да потому что уже существует такой профиль этот профиль мы удаляем и снова переходим в Battlefield. Можете сильно не пугаться, настроек кажется на первый взгляд много. Но в принципе они не сильно отличаются от э, дефолтных панель управления Nvidia. Точнее, я скажу, что их не сильно больше, но есть пару функций очень полезных. Сразу говорю, что последняя вкладка Other, Stereo и SLI, мы его вообще не трогаем. А ну и Compability тоже. Нас интересует первым делом это Sync and Refresh, Frame Rate Limiter, мы его отключаем, G-Sync Mode, отключаем, G-Sync Request State, Force Off, далее G-Sync Application State, Force Off, Global Off и Global Mode тоже Off. В общем, отключаем G-Sync. Это касается больше для онлайн игр. Если вы играете в одиночные игры, то можете в принципе оставить. Вертикальная синхронизация. То же самое, если вы играете в онлайн игры, то отключаем. Если играете и в онлайн, и в одиночные, то можете оставить на Use 3D аппликации Setting. То есть в таком случае, если вы в игре включите вертикальную синхронизацию, она будет работать. Если вы ее выключите в игре, то, естественно, будет выключено. Опускаемся вниз, находим гамма коррекция, off, line гамма, disable, антиалязинг мод мод Аппликации контролят. Так, самое интересное мы пока пропустим, это супер сэмплинг. Чуть позже расскажу, потому что ему нужно уделить больше времени. Nvidia FXAA Usage. Dis All of. Переходим на текстур фильтры, анизотропик фильтринг мод. Выбираем Off. Текстур фильтры, драйвер, контроллер. Вообще советуют его отключать, но я обычно оставляю по дефолту, то есть включенный. Текстур фильтры лот Bias DX и Load Bias OGL. К этому тоже чуть позже вернемся. Далее. Текстур фильтры Quality. Выбираем High. Performance. Quality no. субстанции. Но. Субстанции. Трилейная оптимизация. Включить. Ambient Occlusion. Отключаем. Power Mode. Выбираем префер Maximum Performance и Трейд, оптимизация автоматически. Остальные настройки, как я говорил ранее, можете в принципе не трогать. Эти настройки не сильно повлияют на вашу производительность, точнее, как, FPS они бустить не будут, но картинка, возможно, станет более плавная, типа играть будет более приятно. Теперь переходим к более важным настройкам. Это всего лишь по сути два параметра: супер сэмплинг и лотбиас. В зависимости от приложения нужно делать настройку лотбиаса. Допустим, если вы играете на DTX, любой. 9, 10, 11, 12, то делаем настройку LotBias DX. Если у вас запускаются игры на OpenGL, то используем OGL. Но если вы не знаете, через какое приложение запускается игра, там DirectX, OpenGL, Vulkan и так далее, то можете делать, как и я, сразу две настроечки, как DX, так и OGL. По дефолту у вас будет стоять плюс 0. Тут какая фишка? Минус, это у нас наоборот повышает качество текстур. То есть, если вы поставите минус 3, то картинка явно улучшится. Но я не рекомендую этого делать, потому что так это глупо. Вот. Если вы поставите, допустим, плюс 1, плюс 2, плюс 1,5, плюс 3, то текстурки у нас ухудшатся. Самое главное, что BIAS не будет работать без супер сэмплинга. То есть, если вы супер сэмплинг отключаете, то BIAS, как бы вы ни настраивали, там плюс 3, плюс 2, он не будет работать. Нужно обязательно включать супер сэмплинг. Выбираем replay mode All и допустим, BIAS DX. Для начала я рекомендую поставить поставить максимум плюс 1.0 картинка практически не ухудшается но в той же игре скам мне прибавило плюс 10 15 fps результат отличный как я считаю можете в принципе использовать если вам нужно еще больше fps можете конечно поставить плюс полтора плюс 2 либо же плюс 3. В таком случае картинка будет, ну, просто не очень приятная. Тут что самое интересное, что в некоторые игры можно играть. Допустим, та же Dota 2. Если поставить плюс 3.0, картинка, конечно же, ухудшается, то есть текстурки становятся более какие-то, я не знаю, мыльные, картошечные. Но именно для Dota я считаю это больше, чем играбельно. Типа, играть можно спокойно, FPS-а будет много, и игрушка, в принципе, выглядит неплохо. Больше напоминает, будто бы текстуры стоят на самой низкой настройке. Графики. В других играх это может либо не работать, либо работать, но очень плохо. В каком плане? В той же самой BF2042 работает очень странно. Если ставить плюс 3.0, то почему-то у вас блюрится ваш экран. С этим разобрались. Я просто обязан рассказать за еще одну фишку. У меня тут есть кое-какой параметр. Мы его копируем. И допустим, от Bias DX это мы удаляем и вставляем наши значения. Что произойдет в таком случае? Я считаю, это больше баловство, нежели чем игра, потому что в таком случае текстуры становятся прям максимально неиграбельны. Та же Dota 2, либо BF, в BF вообще страшно, что происходит. Почему-то все темное, заблюренное. А когда приближаешь прицел, то его видно, а остальное все как-то. Короче, жесть. В принципе, кстати, в Scare еще можно играть. На те же самые плюс 3. С этим кодом я, конечно, не проверял, хз, как будет, но плюс 3 заходил спокойно и нормально, в принципе, играется. Да, там текстурки мыльные, но ну, нормас, пойдет. Типа у кого ПК слабенький, неплохо. По сути, это основные настройки, которые вы можете сделать. Прыгнуть еще выше вашей системы, ну, навряд ли получится. По крайней мере, с Nvidia Inspector. Точнее как, Nvidia Inspector используют только в крайних ситуациях. Когда у вас меньше 30 FPS, допустим, вот вы играете Ведьмак, у вас менее 30 кадров, но желание есть большое поиграть. В таком случае вы можете уже перейти к настройке супер сэмплингу и лотбиасу. Если пока у вас средний и у вас более 60 fps, то я думаю, не стоит даже этим заниматься. По крайней мере, loadBias и супер сэмплинг Просто подключать ненужные функции по типу G-Sync, анти-алиазинга, поставить качество текстур на high performance, далее максимум performance. А, еще кое-что максимум рендер. Тут тоже очень интересная фишка. Ставим по дефолту на единичку. Но некоторые подписчики мне писали. Что, если же у вас по какой-то причине этих причин может быть масса, особенно с последними оптимизациями, загрузка вашей видеокарты в районе 60-70%, можете поставить четверку. Мне писали, что у них таким способом увеличивается слегка загруженность видеокарты. Что это значит? Это значит то, что чем выше загруженность вашей видеокарты, тем больше FPS. Поэтому можете потестировать, поставить двоечку, троечку, либо четыре. Если вдруг у вас начались какие-либо проблемы, мы снова открываем Nvidia Inspector, в профиле пишем, допустим, Battlefield 2042 и нажимаем на зеленый значок Nvidia, то есть Restore Profile to Nvidia Defaults. Просто нажимаете и все настроечки сбрасываются по типа таким вот способом и нажимаем apply changes ну и напоследок кое что скажу если у вас мало fps то nvidia inspector это не панацея это не решение ваших проблем в первую очередь это вся ваша система видеокарта процессор оперативная память да даже те же самые ssd шки для того чтобы не было фризов и были быстрые загрузки материнская плата тоже влияет почему потому что может быть элементарно перегрев каких-то компонентов если материнская плата с плохим чипсетом самым дешевым то естественно, там установлены плохие цепи питания, которые очень сильно греются. Собственно, нагревают вашу видеокарту, либо же ваш процессор и оперативную память. Что, конечно же, плохо. Когда достигается максимальная температура процессора, он сбрасывает свои частоты для того, чтобы себя немножко охладить. Ну и вообще, чипсет это тоже неотъемлемая часть всей вашей системы. Благодаря хорошему чипсету идет более быстрая передача данных между процессором, ОЗУ, видеокартой и так далее. Короче, как-то так, если ролик вам понравился, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также можете поделиться с вашими друзьями. Как говорится, до скорых встреч.